Всем привет на мой канал. Я очень давно ничего не снимала и, можно сказать, просто забыла про свой канал. Но сегодня я захотела сделать рецепт простой домашней халвы за 10 минут и выложить его на YouTube. Посмотрим, что из этого выйдет. Для этого мне понадобятся чищенные обжаренные семечки, арахис, мед и блендер. Итак, приступим. Итак, вот что у нас получилось, да? Вот сейчас мы эти семечки будем взбивать до появления такой маслянистости, да? Как вот, знаете, делают арахисовую пасту. Вот мы сейчас будем с орешками, с семечками делать то же самое. Так, посмотрим. Вот что получилось с семечками. Вот, видите, они такие рассыпчатые. Теперь все пересыпаем в тарелочку. Потихонечку, потихонечку. Так, вот что у нас получилось, да? Такая вот масса рассыпчатая. И сейчас такую же работу мы проделаем с орешками. Но орешки прям нужно мельчить до прям такого выраженного появления масла. Так, приступим. Вот смотрите, у нас что получилось. Такая вот маслянистая масса из орехов. Кстати, по такому же принципу я готовлю арахисовую пасту без добавок. Просто измельчаем орех, добавляем то, что мы хотим, да, и получается вот такая вот паста. Теперь нам нужно семечки и вот эту арахисовую массу перемешать и добавить мед. Все, теперь мы сейчас перемешаем вот эту массу и добавим мед. Одну или две ложки, кому как по вкусу. Вот такая вот у нас халва получилась, да, я украсила ее семечками. Вот, и теперь нужно оставить в холодильнике отдохнуть на 10-15 минут. Вот. Сейчас попробуем, какая она вкусненькая. Вот наша халва, приготовленная нами всеми, застыла. Она очень вкусно пахнет. И сейчас я хочу сделать разрез. Ой, как я боюсь. Опа! Вот такая вот вкуснюшка получилась. Она очень ароматная, очень вкусная. Всем приятного аппетита! До новых встреч!